бесподобные были лекции. Лекторы помогли рассмотреть ситуацию, которая у нас есть в клубах, у кого-то федерации, для того, чтобы можно было или провести ребрендинг кому-то, кому-то стратегии разработать, планирование и понимать, как взаимодействовать со своими клиентами, как их привлечь, удержать. Интересно, подробно рассказывает про продвижение спортивных организаций. Мы будем применять эти навыки в деле.